По квартирам ангарчан ходят неизвестные граждане и предлагают приобрести аппарат, который избавит от всех болезней. 24 ноября на уговоры таких продавцов поддалась 75-летняя пенсионерка Надежда Копытова. По словам потерпевшей, две женщины, расхваливая чудо-прибор, сообщили, что его полная стоимость около 40 тысяч. Однако, якобы для ветеранов войны и труда, управление соцзащиты, на которое сослались неизвестные, делает существенную скидку. А в машине, машина такая черная, красивая, модная. Значит, там было два мужика. Один-то водитель, а другой-то тоже с их, видимо, потому что у меня денег-то не было. Говорю, мне вот пенсию получить надо. А я вот из-за этого задышки-то, мне на улицу выходить страшно. Давайте мы вас свозим. Они меня свозили в Сбербанк, я получила пенсию. Ну, у меня пенсия 12 тысяч, вот 10-800, значит. На деле проданный прибор оказался бытовым озонатором. Аппарат, безусловно, полезный. Однако, стоил ли он отданных денег и на какую программу ссылаются неизвестные продавцы, будут разбираться сотрудники полиции,